Китай признал США главной угрозой мировому порядку. Статья на РИА Новости за 13 сентября 2020 года. В Пекине считают, что главная угроза международному порядку исходит из Вашингтона, заявил пресс-секретарь Минобороны Китая У Цянь, сообщила Синьхуа. Так чиновник прокомментировал доклад Пентагона Конгрессу США о военных разработках и целях Китая. Многолетний опыт показывает, что именно США являются разжигателем региональных беспорядков, нарушителем международного порядка и разрушителем мира во всем мире, сказал Цянь. Он напомнил, что за последние 20 лет Соединенные Штаты незаконно развязали войны в Ираке, Сирии и Ливии. Агрессивные действия Вашингтона стали причиной гибели свыше 800 тысяч человек. Десятки миллионов вынуждены были стать беженцами, подчеркнул Цянь. Пресс-секретарь оборонного ведомства Китая назвал доклад Пентагона очередным доказательством того, что в Вашингтоне хотят очернить Пекин и вооруженные силы страны. Он призвал США объективно и рационально относиться к национальной обороне Китая и перестать делать ложные заявления. Цянь также выступил за здоровое развитие двусторонних военных отношений. В начале сентября Пентагон в ежегодном докладе Конгрессу о потенциале КНР сообщил, что Китай в течение 10 лет как минимум удвоит свой ядерный арсенал. По мнению Пентагона, наряду с отсутствием прозрачности, это порождает опасения, что Китай не только стремится к минимально необходимому уровню сдерживания, но может отойти от подобного подхода в сторону наращивания. Китай признал США главной угрозой мировому порядку.